Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Это связано с эпид-обстановкой. Под ограничение не попадают сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок. Граждан Беларуси через государственную границу на въезд в страну тоже пропускают. В Беларуси планируют начать обучение пилотов. Теоретическая подготовка будет вестись на базе Белорусской государственной академии авиации, а практическая в Минском клубе ДОСАВ. Курсанты должны будут налетать 200 часов, что соответствует международным стандартам. Это обеспечит высокую конкурентоспособность на рынке труда. Белавия продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 января. В Ригу, Таллин и Ларнаку авиакомпания не будет летать до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до конца этого месяца. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт, кроме 8 ноября и Алматы. Приостановлены полеты и во все пункты России, кроме московского аэропорта Домодедово, в связи с отсутствием разрешения со стороны Федерации. Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» пройдет в Бобруйске 31 октября. Торговля развернется на Максима Горького. Покупателям предложат широкий ассортимент продукции, в том числе овощи, мясные изделия, рыбу, мед. Также в продаже будут представлены саженцы плодовых деревьев и кустарников. Ярмарка будет работать с 9 до 15.